Добрый день, друзья! Я приветствую вас на моем канале. Меня зовут Марина Манаева. И сегодня я вам расскажу про потрясающую кампанию по приглашению, которая сейчас запущена у нас в компании Oriflame, участвуя в которой вы можете собрать набор кухонной посуды. Потрясающая посуда, стильная, очень современный дизайн. И первое, о чем я вам расскажу, это набор форм для выпечки фирмы Polaris. Сразу две формы приходят. Прямоугольная форма и круглая форма. Обратите внимание, антипригарное покрытие, двуслойное антипригарное покрытие позволяет готовить с минимальным количеством масла, а это очень полезно, предотвращает пригорание. И вот такая рифленая поверхность, она не допускает прилипания. Обе формы изготовлены из экологичного материала, из углеродистой стали. Что для этого нужно? Для этого нужно пригласить двух новичков и собрать 200 спонсорских баллов. Второй подарок – это вот такой ковш. Посмотрите, какой стильный дизайн. Сам ковш изготовлен из кованого, высокопрочного кованого алюминия. Ручка у ковша изготовлена из бакелита, достаточно длинная, удобная в обхвате. Она не скользит и не нагревается при приготовлении. Ручка у ковша также изготовлена из бакелита и очень высокая. Посмотрите, как удобно захватывать. Не нужно пальчики так подгибать. Вот так захватывается. Подходит для всех типов плит. За 3 рекрутов вы можете получить такой подарок и 400 спонсорских баллов. Третье подарок, который вам хочу показать, это вот такой сотейник. Также изготовленный из кованого алюминия. Ручка из бакелита. Не скользит, не нагревается. Очень удобно держать, смотрите. То есть такой в обхвате. Очень удобно, очень прочная ручка. Ручка у крышки также изготовлена из бакелита. Достаточно высокая, удобно в обхвате. Не нагревается и не скользит. Вот такой стильный сотейник вы можете получить за 4 рекрутов и 600 спонсорских баллов. А сейчас я вам каждый вид посуды покажу поближе и расскажу подробнее. Давайте рассмотрим форму поближе. Вот такая круглая форма, диаметр 22 сантиметра. Рифленая поверхность и прямоугольная форма. Размер 32 на 22 сантиметра. Антипригарное покрытие предотвращает прилипание, пригорание. И вот эта поверхность, такая рифленая, очень необычная поверхность, она отвечает за равномерное пропекание. Ковш. Достаточно длинная, удобная в обхвате ручка, изготовлена из бакелита, не скользит и не нагревается при приготовлении. Ручка у крышки также изготовлена из бакелита, достаточно высокая, удобно в захвате. Видите, пальцы хорошо захватывать. Крышка изготовлена из высокопрочного стекла, отверстие для выхода пара имеется. Сам ковш сделан из высококачественного кованого алюминия. Толщина 3,5 мм. Высокопрочное внутреннее покрытие, утолщенное антипригарное и термостойкое внешнее покрытие. И подходит для всех типов плит. Вот так выглядит сотейник. Ручка у самого сотейника и у крышки изготовлена под дерево. Они изготовлены из бакелита, не скользят и не нагреваются при приготовлении.
крышка из жаропрочного стекла, отверстие для выхода пара. Ручка, кстати, у крышки очень удобная. Обратите внимание, насколько она в обхвате, захватывать очень удобно. Сотейник изготовлен из высококачественного кованого алюминия. Можно и тушить, и жарить, и варить супы, и обжаривать, пассеровать овощи, томить плов, готовить соусы, заливки. Толщина алюминия 3,5 мм. Внутреннее высокопрочное утолщенное антипригарное покрытие и термостойкое внешнее покрытие. Подходит абсолютно для всех типов плит. Диаметр 28 сантиметров, высота 8 сантиметров.